В Люберцах продолжается капитальный ремонт дорог. На этот раз проинспектировать ход работ глава городского округа Люберцы приехал на улицу Побратимов. Дорога 800 метров. Везде делается понижение. Этот отрезок дороги длиной в 800 метров на улице Побратимов начали ремонтировать 3 дня назад. Сейчас работы здесь в самом разгаре. Работы здесь проводятся в рамках капитального ремонта дорог. Напомним, масштабная программа стартовала в начале лета. У нас делается в городском округе 25 дорог. Из них на сегодняшний день полностью готовы уже 8 дорог. 8 дорог в Люберцах сейчас находятся в ремонте. Мы планируем, что до 1 октября мы завершим все работы по ремонту дорог у нас в Люберецком городском округе. Ремонт проходит в 2 очереди. В первую вошли дороги Гаражная и Цветная в Малаховке, Некрасова, Тургенева и Ломоносова в Томилине, Трудовая в Октябрьском и другие. Вторая очередь включила в себя дороги на улицах Побратимов, 65 лет Победы и другие. Наибольшая сложность по выполнению работ по дорогам у нас составляет это 65 лет Победы, потому что там надо не просто снять асфальтовую крошку и уложить асфальт. Мы там будем осуществлять замену 25 канализационных люков. Все необходимые материалы для ремонта на улице 65 лет Победы уже закуплены. Планируется, что ремонтные работы там начнутся в ближайшее время. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.